странам Европы. Я, кажется, не... производит процедуру полного обескровления. А, то есть нужно было небольшой блок? Ну, то есть можно, конечно, лишнюю заразить, но с ней много крови. Вот такая вот необычная история у катализатора. Километра она могла взять. Ну, километр полтора. Но самый-самый броский скачок до 6 километров. То есть 6 километров прицельной стрельбы. Если бы у кого-то были с собой фонарики. Другая на интересы, и обе рукоятки подходят
самом настоящем механическом подъемнике. Вот тут вот сверху два окошка, как в столовой. Так. Попробуем. Провернуть. Ну что, есть движение? Есть. Ну вот. То есть, в принципе, если маленько смазать, система канализации. Просто дырка и все. Здесь как бы тоже просто дырки. Но нужны они были совершенно для того. Вот этот котел 1899 года. Да, проход. Ну, сейчас попроще, потому что вот все-таки официально это уже. Самое здесь тоже интересно. Thank you.